Леший 4-го разряда Казимир. Охранный объект номер 417. Докладываю. Ваша нижайшая темность. Докладываю. Все мероприятия по отпугиванию близлежащего населения проведены по инструкции и в полном объеме. На вверенном мне объекте чрезвычайных и нештатных происшествий не наблюдалось. Жду дальнейших инструкций. Объявляется готовность номер один. В ближайшие дни, время и ждите прибытия на объект секретного эмиссара со специальной миссией. Обеспечить прием и предоставить полную информацию. Слушаюсь! Конец связи. Ну, наконец-то! Наконец-то! Через несколько дней... Конец всем нашим страхам. Ну где же Кикочка-то? Где же Кикочка? Когда она вернется? Почти всю ночь Леший прождал свою супругу, но так и не дождавшись, заснул беспокойным сном. А она пришла лишь под утро. Кто здесь? Тихо, это я, Казимирчик, это я. Что тебе? Что-нибудь страшное приснилось? Ой, это ты, Кикочка. Ну, я... где ж ты? Где ж ты пропадала всю ночь? Я ждал, ждал тебя. Аж извелся весь. Знаешь, Казимир, на тебя не угодишь. Сам сказал, уходи из дома и хоть всю ночь не возвращайся. Ой, ну, мало ли, что я сказал. Ну, сорвался, нагрубил. Ты уж прости меня. Сама знаешь, какая у меня работа. Тут никаких нервов не хватит. По ночам кошмары снятся. Ну вот, обидел зазря тебя и Окаянчика. Кстати, а где Окаянчик-то? Что ты его не привела? Ему же, наверное, и поспать надо, да и поесть. Ходи. Не волнуйся за него, не волнуйся. Он уже накормлен, да? Поспал, сейчас делом занимается. А, каким делом? Ну, сюрприз готовит. Какой такой сюрприз? Тебе и мне, ну, в общем, нам. Нам. Вот. Да? Да. Ты разве забыл, какой сегодня день? А какой день? А вот он не забыл. Сегодня юбилей. И не просто юбилей, а двойной юбилей. Во-первых, у тебя день рождения. Я тебя поздравляю с днем рождения. Дарю тебе носочки тепленькие, как ты хотел. Как же это я забыл-то, а? Ведь сегодня же годовщина нашей свадьбы. Спасибо, хоть вспомнил. Нет, а я тебе даже подарочка никакого не приготовил, а? Как же я мог? Ведь 20 лет, верьте, ровно 20 лет. Как ниточка с иголочкой. Да. Да. Кази, я очень постарела. Да что ты? Что ты, дорогая? Ты же у меня самая. Киша. Что? А скажи, я хотел тебя спросить, да как-то не решался. Ну что? Скажи, я тебе... Сильно жизнь загубил. Да ну что ты? Нет. Что ты, Казимирчик, как бы я жила-то без тебя? Да. Ты же у меня свет в оконце. И взял меня из простых. Против воли родителей. И начальства не побоялся. По любви. Да, это все так. Но ведь сейчас-то, что ж хорошего? Ведь живем... В болотном тиме таракане какой-то.
питаемся шишками да поганками. Разве ты об этом мечтала? Не в этом счастье, не в этом. Совсем не в этом счастье. У меня есть ты, у тебя есть я, а у нас есть окаянчик. Да, окаянчик. А, кстати, какой сюрприз-то он готовит? Ну, это пока... Это... Ну, пока тайна, поэтому это и сюрприз. А сегодня мы пойдем с тобой в одно место. Какое место? Как в какое? Ну, это же и есть сюрприз. Ой, идут. Ну, окаянчик, как договорились. Ага. Марыся. Идем, идем. Так, и не открывай глазки. Не открывай, пока я тебе не скажу. Идем. Куда это мы? Сюда, 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 сюда. Сюда. Тише. Тихо. Садись. Так. Ой. Ну. А теперь открывай. Торт! С днем рождения! Спасибо. Ну что, как тебе наш сюрприз? А что? Что дальше-то? Дуй. А, дуть, ну. Молодец, молодец. А что дальше делать-то? Как? А что с тортом делают? Как говорится, режь, да ешь. Да гостей угощай, на то они и гости. Ну, а к торту чай полагается. Так что мы на годовщину вашей свадьбы дарим вам вот этот самовар. Самовар? Как говорится, от нашего стола к вашему столу. Самовар? Но ты же мечтал давно, чтобы у нас был настоящий самовар. Ну, конечно, на болоте. Да при нашей сырости самовар это... Папа, а это наши новые друзья. Друзья? Да, познакомьтесь. Марыся. Казимир. Филимон. Тот самый? Тот самый. А что, под стол прятаться, это у вас семейная традиция? Я же вас предупреждала, я же вам говорила. Ну ладно, пока суд да дело, пойдите-ка похлопочите по поводу ужина. И оставьте нас с ним вдвоем с глазу на глаз. Видно, пришла поговорить пора с ним серьезно, по-мужски. Чего-чего, это ему будет полезно. А ты, окаянчик, пока иди, потренируйся на скрипке. Ой, ну что, не надоело? А? Ведь действительно голос-то сорвешь. Да, видно, по-хорошему ты не понимаешь. Эй, эй! Видишь? Видишь? Что это такое? Кстати, к сведению, заряжен не простыми пулями, а серебряными. Радикальное средство для вашей нечистой силы. Ну так что, будем говорить или как? Ой, я не знаю, будет ли толк с этого разговора. Ой, у моего характера-то не приведи легкое. Ой, у моего-то тоже не сахар. Это раньше он был простофиля. Его так и звали одним словом.
простофиля, а теперь нет, шалишь. Теперь это Филимон. Ой, да что ты все заладил? Неудачник, жизнь не сложилась. Не сложилась. А, я ведь через все это тоже прошел. Да, да и как меня только не обзывали. Даже моя Марыся, и растяпа, и бестолочь, и разиня, и иногда такими словами, что, знаешь, и произнести-то совестно. Ну вот, и однажды от этой моей невезучести мне стало совсем не в моготу. Ах, так думаю? Ну нет, не бывает по-вашему. Не такой уж я пентюх доверчивый, как вы все тут про меня думаете. И вот результат. Кто ты? А я ж из другого рода племени, из леших. Видно, судьба у меня такая. Да и с дисциплиной у нас строго. Чуть что, высшая кара. А это что такое? О, это вечная потеря не только звания и должности, а и знака особой принадлежности врагов. Ой, дались тебе эти рога. Ну, какая с них радость или польза? По-моему, кроме неудобства, никакой. Лишусь я должности. Чем же я буду себе на пропитание зарабатывать? И чем семью кормить? А вот это разговор другой. Этот вопрос следует серьезно обсудить. Да. Короче, разговор был долгий, обстоятельный, в конце концов приведший к обоюдному согласию. Ну вот что, мы тут с Казимиром посоветовались и пришли к такому решению. Хватит вам на болоте жить, в холоде до сырости комаров кормить. А где же нам жить-то тогда? Ну, на первое время можно и здесь, на моем старом хуторе. Дом, может, и не новый, но если его чуть подремонтировать, побелить да покрасить, очень даже уютный и теплый. Тут и лютый, зимой никакие холода не страшны. Правда, Казимирушка? А что? Да я рада, только вот как с работой? Ты же ведь должность потеряешь. Ай, да что это за должность такая, а? Сторож на заброшенной мельнице. У нас тут такой план образовался. Надумал я Гудковскую пустошь засеять. А то чуть она одна стоит без дела, да и у меня-то руки по работе соскучились. Но делов на этой Гудковской пустоши-то немало. Боюсь, один не управлюсь, да и время поджимает, можно и припоздниться. А вот ежели с Казимиром вместе, в самый раз успеем. Да и вдвоем-то оно как-то веселее работать, а? Вот, ну а осенью соберем урожай, и нам на зиму хватит, и на продажу останется. А у вас одна задача. Нас к вечеру поджидать, да сытный ужин готовить, ясно? А то работы там много, наверняка придем и проголодаемся. Ну что, возражений нет? Правда, Казимирушка? А что? Так, теперь о тебе. Садись. Мы тут с твоим отцом прикинули и решили так. Нечего тебе возвращаться в твою прежнюю чертовскую школу. Да-да, нечего, нечего. Чего там можно научиться-то, кроме гадостей да пакостей? Ага. Да и душа у тебя к таким вещам не лежит. Не лежит. Вот именно. Зато смотри-ка, как ты за одну ночь научился на скрипке-то играть, а? Ну а раз у тебя такой талант к музыке, так и грех его гробить. Вот осенью и определим тебя в музыкальную школу. Учись, совершенствуйся. Ну, как тебе это? Правда, папа. Что? Ты же любишь музыку, сынок? Очень. Ну так вот. Ну так вот и сыграй нам на своей скрипке. Ага. Казимир, иди сюда.
садись. Иди. Садись. Ну, в общем, все были довольны и счастливы. И ничто, казалось, не предвещало грозы. А она была совсем рядом. В назначенный час икс на старой мельнице, как и было указано в инструкции, появился чрезвычайный эмиссар с миссией особой важности. Вельмо, а что же мне делать со своей прежней должностью-то? Ведь я все-таки пост стратегического значения оставляю без присмотра. А тут на днях должен прибыть какой-то эмиссар с секретной миссией. Ой, что делать, что делать? Ну, сходи туда на эту свою чертову мельницу, оставь заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья. И делов-то... И делов-то. Какая гадость, какая подлость. Ах, Филимон, ах, Филимон. Да. Ну, как вы догадались, это наш старый знакомый, оберчёрт высочайшей канцелярии, центральный преисподней. А секретная миссия, с которой он сюда прибыл, заключалась в том, чтобы любым способом заполучить душу злосчастного Филимона. Любым способом? Да я б его без всякого способа на одну ладошку положил бы, другой ладошкой бы прихлопнул бы, от него бы мокрое место осталось, но он же меня обманул, он меня унизил. А в моем лице еще кое-кого посерьезнее, ведь это какой подрыв устоев, и также... Кто-нибудь может подумать, что добро может победить зло, что зло не всесильно. Ведь это страшно сказать, это нигилизм. Ну, это такое научное слово. Означает отрицание или неверие. Короче, оберчёрту была предоставлена последняя возможность реабилитироваться и искупить свою вину, заполучив душу Филимона. Причем не иначе, как либо хитростью, либо обманом. А как это сделать... Оберчёрт не знал, и поэтому чувствовал себя не в своей тарелке. Не в своей тарелке. Да он мне жизнь загубил, он мне всю карьеру загубил. А какая была карьера? Я же отличником был. У меня же черный диплом, у меня же какой послужной список. 13 высших наград. Я же был удостоен рукопожатия особо-особо приближенной. И какие перспективы открывались, какие горизонты. И все это в одночасье одним махом. Тац. Из-за этого проклятого Филимона, которого никто и не называл-то иначе, как Простофилий. Ти транзит Глория Мунди. А это-то еще что такое? Эх, неуч ты, неуч, это латынь. Так проходит слава земная. В общем, нет у меня другого выхода. Надо заполучить душу этого проклятого Филимона. Ну, обманом или хитростью. И я знаю, как это сделать. Сынок, собирай книжки в портфель, а я тут... В отдел кадров на высочайшей канцелярии центральной преисподней. Заявление. Не помешаю? А? Что? А? Что? А, нет, я говорю, не помешаю. Идите. Что это у тебя такое? Ой, заявление. А почерк-то какой хороший. Тебе бы в письмоводители пойти. Вот цены бы тебе там не было. Заявление я,
прошу уволить меня по собственному желанию в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Заболел. Ваша темность. Сиди, сиди, сынок, сиди. Папа заболел. А вот ты знаешь, я когда читал его послужной список, я сразу заметил, что-то неладное. Он мне сразу показался каким-то не очень нашим, каким-то не очень своим. Ай, ох, вот беда-то. Что? Что? Легкой жизни захотелось, да? Да? Работа наша изнурительная, конечно. Требует затраты всех сил. А ты трудности испугался, да? Предал все наши устои. Предал наши законы. Ум, честь, совесть. Историческую родину. Ну, в общем, я вот что решил. Не, я мог бы, конечно, устроить тебе страшное наказание по первому разряду, там кипение, например, в серной кислоте 70-градусной. Это гиена огненная называется. Это жуткая история. Или мог бы вечную гильотину. Это страх. Или вот вечный испанский сапожок, или еще чего. Мог бы страх. Но я поступлю хуже. Нет, я поступлю гаже. Нет, жутче. Ой. Нет, ну, в общем, чтобы вам было понятно, я сделаю страшнее. Больше своего сына окаянчика ты никогда не увидишь. Как? А вот так. Я, данную мне силой и властью, оберчерт высочайшей канцелярии центральной преисподней, лишаю тебя лешего четвертого разряда Казимира и жену твою в девичестве кикимуруболотную Кикишу родительских прав и отправляю твоего сына окаянчика в специализированный интернат для дальнейшего обучение. Ну, все. Окаянчик! Вот больше своего окаянчика вы никогда, я подчеркиваю, никогда не увидите. Ну и мне пора. Я? А ты можешь отправляться на все четыре стороны, пожалуйста. Свободен. Да, кстати, передай привет Филимону. Нас лишил родительских прав, а окаянчика отправил в исправительно-воспитательный интернат. И мы его больше никогда не увидим. Да. Я хочу купить твою душу. Хотя твоя душа... Филимон! Один раз тебе повезло, ты смог его обмануть, а теперь... Марыся, если все время бояться, зачем тогда жить? Не помешаю? А? Я говорю, не помешаю. А, нет-нет-нет, ждались. Да, вот тут. Кофейку. Не до кофейку мне нынче. Значит, осмелюсь высказать соображение, что привела вас сюда, причина несколько иная. Иная. А если не секрет? Какая? Не секрет. Я хочу продать тебе свою душу. Наконец-то! Конечно, моя душа для вас большой ценности-то не представляет. Да, и какая может быть душа у такого бестолкового, глупого растяпа и недоумка, яболца, как я. Да, одним словом, простофили. Да, цены нынче... Предсказанные по прескуранту три условия. То есть, ты думаешь, я не смогу выполнить... Ну и какие же это три условия? Только перво-наперво попрошу расписочку. А то с вашей братью и прочей нечистью ухты надо востро держать. Чуть задеваешься, знаешь. Ну так пиши.
я такой-то, такой-то, оберчёрта, да-да. В обмен на душу Филимона, мою стало бы, да? Обещаю три условия выполнить. Да, первое. Первое. Вернуть окаянчика его родителям навсегда. Гуманный ты наш. Ну, верну, верну. Второе. Ну, второе. Видишь, вокруг Гудковской пустоши из-за заболачивания образовалось очень много ядовитых поганок. Ну и что, поганки тебе не нравятся? Да, конечно, ядовитые. Так ну. Ну, вот те ну. Значит так, пиши. В три дня ни одной ядовитой поганки. Экологически чистая среда. Чистая среда. Повторяется история с еловыми веточками. Ну ладно, ладно, кто старое помянет, тому и... Да. А, ну так и третье. А третье будет зависеть от того, как ты выполнишь второе. Так что ты место для третьего условия оставь. Мы его потом и впишем. А. Вот, ну а теперь внизу расписки-то надо бы расписаться. А. Ну, чтоб не было лишних разговоров. Только не чернилами. Не чернилами. Кровью. Вадим, кровью. Не мы этот порядок заводили, не нам его и отменили. Экументик все-таки. Дело серьезное. Своей, своей. Через три дня? Через три дня. Через три дня. Жди. Что? Видал, миндал, как я его, а? Ведь это только в сказках бывает, что добро побеждает зло, а в жизни... И потом нет такого третьего условия, которое я не мог бы выполнить. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но ведь поганок-то много развелось. Поганок? А что нам поганки? Главное, радикально. Радикально. И он... действительно подошел к этому делу радикально. Три дня и три ночи оберчёрт высочайшей канцелярии центральной преисподней трудился в поте лица. И, как ему казалось, с лихвой перевыполнил второе условие договора. Здравствуйте. Приятного аппетита. Извините, что помешал вашей трапезе, но дело прежде всего. Гости в дом, так и радость в нем. Да-да. Пожалуйте чайку с тортиком. Марыся сама его испекла. Пожалуйста, садитесь. Чайку с тортиком. На дорожку? Да. Сынок. Вещь хорошая, добротная. Жалко хозяину, она не пригодится в дороге. Предатель! В общем так, некогда мне с тобой тут чаи распивать. Давай свое третье желание, а то я и так уже припозднился. Договорчик-то пора подписывать. А что, второе желание уже выполнено? Не в ближних, не в дальних лесах ты не сможешь найти не только что поганки, а вообще ни одного гриба. И если ты вот сейчас вот встанешь, пойдешь и найдешь мне хотя бы
занюханную, хотя бы какую-нибудь вялую сыроежку, я вот здесь, прямо сейчас, на твоих собственных глазах, съем свои рога. Так, ну поганки-то, это понятно. А при чем тут мухоморы? Что мухоморы? Я говорю, при чем тут мухоморы? Красные мухоморы в белую крапинку. Ну так при чем здесь мухоморы? Ну как это при чем? Как это? Ведь у Казимира от влажного климата и сырости связки. Понимаешь? Ну, связки. У него работа такая на связках. О, видишь, сипит. И единственное средство – это отвар из красных мухоморов. Ведь так, Китиш? Только они и помогают. Короче, где хочешь, как хочешь, а достань 3-литровую банку мухоморов. 3-литровой банки хватит, Китиш? Только на первое время. Вот, ну, это и будет моим третьим условием. Ну, я не думаю, что оно уж очень трудное. Погоди, ну как же так? Я же радикальный, я же полная санобработка, у меня же ближних, дальних. Погоди. Как же... Ой. Так что же, он же меня... Ах! Ах! Так что же мне теперь делать? Не знаю. Не знаю, не знаю. Никто не виноват, что ты переусердствовал так, что можешь пенять только сам на себя. А за сим, раз третье условие не выполнил, посему и ни о каком договоре и речи быть не может. Погоди так, ну ты же обманул! Ты же опять меня обманул! Выходит, что так. Но заметь, не соврал. Так что сам понимаешь. Так что же значит мне... Так, ты нашей трапезе мешаешь. Мы тебя не задерживаем. Обманул. Значит, ты меня опять? Так, ну все, а теперь давайте к столу. Дать к столу. Никиш, неси, неси баранки, торт, ножик, давайте чай. А вы поняли, зачем я рассказал-то вам эту историю? Правильно. Зло не всесильно. И не надо его бояться. Ну, вы поняли? Филинка. Что? Лимон. Кто-то? Филимон. 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 Обманул. Обманул.